Пока заболеваемость остается высокой. За сутки выявлено 40 123 случая COVID-19. Из них в Москве свыше 5000. Летальных исходов по стране 1235. И подробнее о предлагаемых мерах в репортаже Натальи Юрьевой. Очень вырос в целом мире. Коронавирус 3-4. Ширится, растет заболевание. Если хилый, сразу в гроб. Сохранить здоровье, чтоб применяйте вакцинирование. Если хилый, сразу в гроб. Сохранить здоровье, чтоб применяйте вакцинирование. Утром, выйдя из квартиры, маску взяли 3-4. Выполняйте правильно движения. Сделай тест на ПЦР на наличие антител, чтоб они терзали смутные сомнения. Сделай тест на ПЦР на наличие антител, чтоб они терзали смутные сомнения. Если вы пришли в больницу, то найдите медсестрицу. Она в халате очень белом беленьком. Паспорт снился и полис вроде. Предъявите-ка при входе, чтобы врач вколол вам вируса геном. Паспорт снился и полис вроде. Предъявите-ка при входе, чтобы врач вколол вам вируса геном. Разговаривать не надо. Надевайте маску Прада. К своему здоровью относись с умом. Если очень вам не имется, уколитесь, чем придется, только не Модерной и не Пфайзером. Если очень вам не имется, уколитесь, чем придется, только не Модерной и не Пфайзером. Если вы уже привились, все бациллы растворились, не пугают вас ограничения. Как сказал премьер Мишустин, на работу тех, допустим, кто привит, не ждет их увольнение. Как сказал премьер Мишустин, на работу тех, допустим, кто привит, не ждет их увольнение. Не страшные дурные вести, мы опять на первом месте, обошли проклятую Америку. Вакцинируем всех в мире, спутник лайтом 3-4. ВВП нам так сказал по телеку. Вакцинируем всех в мире, спутник лайтом 3-4. Слава нашим русским академикам! Так, чистая голова и стоп коронавируса дома.